знову на політичній кухні АТВ. Партнер нашої програми – фірма «Меблі Фокс». Партнер показу «Аспиво». І сьогодні у нас в гостях директор міського департаменту містобудування та земельних відносин Анатолій Жук. Ми раді вас вітати на нашій кухні. І що будемо готувати? Да. Будемо готувати запіканку, грибну запіканку з макаронами. Жук Анатолій Володимирович, директор департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. Народився 6 січня 1983 року в місті Суми. У 2000 році закінчив Сумську загальноосвітню школу номер 20. З 2001 по 2007 навчався в МАУБ за спеціальністю менеджмент організацій. Спеціальність управління бізнесом, нині студент СумДУ. З лютого 2010 по 2 січня 2012 року юрист-консультант ТОВ СТЕФ. З січня 2012 радник міського голови міста Суми Геннадія Мінаєва. З 2012 по липень 2013 начальник управління земельних ресурсів Сумської міської ради. З липня 2013 по лютий 2014 заступник начальника управління містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. З лютого 2014 по теперішній час директор департаменту містобудування та земельних відносин Сумської міської ради. Одружений, має доньку. Ну, мою... Интересно, мы такого еще не делали. Для меня, в крайнем случае, это интересно. Да. Ну, тогда попробуем. Ну, опыт есть? Опыт есть. С чего начинаем? Кстати, появился не совсем недавно. Прекрасно. С чего начинаем? Начинаем с того, что, значит, крошим лук и морковку. Все. Так, у нас тут есть макарошки. Макароны, нам они пока не надо, участвуют в макароны процессе? Макароны мы можем, в принципе, отварить сразу до полуготовности. Кстати, приготовление пищи – это удовольствие, но, к сожалению, ежедневное. Так. Ножи острые, кухня красивая. Да, это точно. Потому что Мебли Фокс. Это точно. Так. И часто вас можно увидеть так вот с ножом, с морковкой? Нет, совсем не часто. Совсем часто? Совсем не часто. А что, нет желания? А вы не даете чего-нибудь почему? Нет желания? Скорее, нету времени такого свободного. Да и жена мало допускает кухонным всяким. Не доверяет? Я не думаю, что не доверяет. Как и любая женщина, с удовольствием. Да, с удовольствием бы доверила. А ну, что мы с грибочками делаем? Тоже крошим. Как мелко? Средними такими. Скажи, пожалуйста. Да. Как ты попал в таком молодом возрасте в советники мэра? Где ты с ним познакомился? Я, конечно, скажу не без того, что где-то, видно, там высоко в небе это было предрешено, но... Провидение все-таки есть? Да, провидение. Но, тем не менее, мы познакомились с Геннадием Михайловичем. Значит, у него когда-то был личный прием, и я представлял интересы одного из субъектов. Вот. И так вот, после личного приема была договорена, что я приду к нему в кабинет, мы будем урегулировать данный вопрос. Не хотелось бы возвращаться там к каким-то тонкостям. И вот так, ну, вот потихоньку у нас... Да, в общем, они, доурегулировались. Доурегулировались до того, что у нас появились отношения. А это сложно вообще? Ну, все-таки... Извини меня, 31 год, да? Да, наверное, занимаешь? 30, тогда, даже, было, 30, тогда, да? Было, тогда было даже... Тогда меньше? Значит, когда депутаты, это мы стали в 2010-м? Да. В 2010-м. В 2010-м было 27. Ну вот, тем более. Ну да. А не боялся сам вот? Или в таком возрасте вообще не бояться? Наверное, бесстрашие. Еще не развилось чувство страха. Еще нет понимания, что это такое, насколько это сложно. Ну а сейчас уже чувство страха развеялось или наоборот появилось? Потому что все-таки руководить таким департаментом достаточно серьезным. В подчинении, как-никак, Владимир Борисович Быков. Быков. Да, человек опытный. И тут достаточно молодой человек. Вы как? Вы знаете, абсолютно. Строится. Сейчас про чувство страха, ну, говорить, я думаю, уже даже не актуально. И вот анализируя прошедшее время, могу сказать, что чтобы в какой-то период, там, знаете, как бы вспомнить, когда же оно было, это чувство страха, ну, может быть, все-таки и было, но там какой-то совсем непродолжительный период времени. Может, неделя, может, две, но не больше точно. Все как-то втянулся. Кто помогал? Вот. Кто помогал? Кто помогал? Потому что все равно нужно с кому-то... Не к мэру же ходил... Геннадий Михайлович, а как вот это сделать? А как вот это сделать? Всегда, как говорится, есть наставник, да? Как в спорте, так и в жизни, так и в профессии. И не важно, что у тебя там написано, что ты
закончил, в дипломе, да? Да, 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 закончил там управление бизнесом или еще что-то. Ну, да. Вот, а тут приходишь, вот кто помог? Никто не помог. Никто? Мне абсолютно никто не помогал. Сам тягивался, сам читал профильную литературу, сам. А не мешали? Мешали больше эмоций. Больше эмоций тех, кто смотрел на это все пессимистически. А какое у вас образование? Я так понимаю, вы еще учитесь, да? Нет, это второе уже получается? Это второе, да. Я окончил буквально в феврале государственную службу СМДУ. То есть у меня два управленческих образования. Первое — это МАУП, Академия управления персоналом, менеджмент предприятий. Угу. А второе — это вот сейчас, кстати, моим коревником был Тележенко. Ага. Да, мой коллега. Все понятно. По депутатскому корпусу. Да, совершенно верно. А зачем пошли втрое получать образование? То есть не хватало каких-то знаний? Знаешь, все-таки хочется на втором и не заканчивать. Я сейчас рассматриваю вопрос все-таки поступить еще Ярослава Мудрого. Юридические знания, да? Да. А ничего не получится так, что всю жизнь учишься? А век живи, век учись, дураком умрешь. Ну, вы, получается, работали уже юрисконсультом, да? То есть, у меня была кое-какая практика, да. Я поступал в банковскую, но так не защитился. Ну, сложились так обстоятельства. Но, тем не менее, практику такую имел. Ну, и что входит сейчас в твои вот обязанности? Начальника, управления... Департамента. Департаменту, містобудування... Та земельних відносин. О, ну это не всякий человек выговорит с первого раза. Совершенно верно. Вот, вы понимаете, это я зрителю. Ну давайте начнем, как говорится, с конца. Практически 70-80 процентов проектов решений на сессии все, да, это работа нашего департамента. Это земельные отношения, какие-то там родостроительные решения. Вот. Поэтому, да, работы очень много. И сказать, что, значит, какой-то определенный профиль, ну, прежде всего, наполнение бюджета, да, как основа. Угу. Какие-то градостроительные вопросы, опять-таки, начиная от ларьков, заканчивая какими-то рекламными. Ну, в общем, их неосязаемый вектор, огромное количество разных вопросов. Но впереди планеты всей все-таки поступление в бюджет. А сейчас, когда власть сменилась, и так, вот это мы. Человек, при котором вы приходили, да, в мэрию, уже экс-мэр, да. Вам не стало сложнее работать? Стоп, я прошу прощения, мы все-таки на кухне, поэтому давайте достанем сковородку. Вот. Ты можешь пока думать, что нам отвечать. Настя, включай. Ага. Поджигай. Да. Все. Приготовление пищи не освобождает от ответа. Да, абсолютно правильно. Стало ли тяжелее работать? Да. Я не могу сказать, что стало тяжелее работать. Я могу сказать о том, что, знаете как, ну, не будем говорить громкими словами, там, некомпетентность, все-таки... Сейчас руководство в городе не имеет той практики, не имеет того опыта, которая была у предыдущего. Скажем, пусть у экс-мэра, мы не будем говорить фамилию, это все нам известно, да? Ну что не будем говорить? Геннадий Михайлович, что это мы не будем говорить? Тогда скажем это громко. Конечно, мы будем говорить. Вот, нам он ничего плохого не сделал. Нет, это вот, кстати, был у нас на кухне, кстати, очень хорошо готовит шубу. Шубу, помню. Без морковки. Так, а как? Только аккуратно, я сразу предупреждаю, потому что там очень серьезно, Юрка. А как, скажи, пожалуйста, вот Геннадий Михайлович, он такой человек неординарный, с юмором, взрывной... Харизмой. Журналисты всегда называют таких людей ньюсмейкерами. Угу. Потому что, ну, его пиздец, он разошелся по всему миру через интернет. Вот, как сейчас, вот. Знаете, с ним весело все-таки, вот. Весело. Даже если получаешь, скажем так, по загривку. Весело получаешь. Да, весело получаешь, но не обидно. Сейчас, мне кажется, вот скучный какой-то. Скучно. Скучновато, какая-то депрессия. Но я скажу, во-первых, на это же играет огромную роль геополитическая обстановка и в стране, и в нашем городе, да? А если в городе у нас, слава богу. Ну, на уровне. Опять-таки все познается в сравнении. Да. Если не Славянск да, все-таки.
Если вернуться к его «Подпиздись», вот, то ему в какой-то момент мы разговаривали, звонил Савик Шустер, приглашал на Шустерлив и сказал: «Гена, это успех». Еще бы. Он сказал, что все-таки себя позиционирует как политиком местного самоуправления. Поэтому отказался. Да, отказался. Ну, я думаю, что все-таки, может быть, со временем поменяет свою точку зрения. Может быть, может быть. Ну, вы пока, как-то мне кажется, что журналисты вас пока еще не особо жалуют, потому что не сильно знают. А если и жалуют, то не в очень приятных для вас вопросах. Возможно. Есть какие-то вот скелеты в шкафу, о которых не очень приятно вспоминать? Да. А поскольку если человек кто-то знает, вспоминать приходится. Если у человека есть богатый жизненный опыт, я думаю, скелеты в шкафу найдутся у каждого. А у вас богатый жизненный опыт? Я думаю, достаточно все-таки для того, чтобы управлять управлением местобудования. А, то есть именно этот опыт помогает? Да, совершенно верно. Помогает и по жизни, помогает и, конечно, в управленческих каких-то решениях. И, скажем так, есть результаты. Я думаю, что позитивные все-таки. Для этой работы нужно иметь характер? Обязательно. Стержень, характер. Ну, конечно. Как и везде. Начиная от спорта, заканчивая учебой, работой и всем остальным. Человек без стержня – это амеба. Согласен. А где закаливал характер? Вот сказал про спорт. Да. Ну, там серьезные достижения. Достижения? Да, наверное, хвастайтесь. Хвастаться? Да. Да. Нет, констатировать факт. Я понял. Да, выполнял международного класса мастера спорта. Много раз выиграл чемпионат Украины по карате, да. Был призер Европы, победитель Кубка мира в 2000 году. Вот. Закончил я, последний раз выходил на ковер в 26, как раз перед тем, как сделать кардинальные изменения в жизни. В 27, короче, один ковер депутатом. Сменили на другой. Да, один ковер, совершенно верно, сменил на другой. Вот так. Какой преимущественнее? Да, масло. Угу. Ну, наверное, к каждому возрасту свое. Ну, а не оставил занятия карате? Нет, конечно, не оставил. Карате. Ну, карате меньше уделяю внимания. Ну, спортзал. Просто в форме себя поддерживаешь? Да, в форме поддерживаю. Кстати, сегодня был в спортзале. А как это? В рабочее время? Нет. Обед меняю на спортзал. Кстати, а что любишь? Что жена готовит? И что любишь с блюд? Запекалку грибную. Ну, это уже понятно. Это не будем кривить душой. Это мы долго выдумывали. Но сегодня в 6 утра тренировался. О! А все-таки порезался. О! Ой, аккуратненько. Ну, это, кстати, хорошее предзнаменование. Потому что у нас больше всех мэр порезался. Геннадий Михайлович. Кстати, а как вот выборы мэра? Выборы мэра нас не обойдут стороной. Я не сомневаюсь. Нас-то они стороной не обойдут, а вас? Вы знаете, мы рассматриваем нашей команды многие варианты, в том числе и тут, скажем, и мою присутствие на выборах в виде кандидата. Что, серьезно? Да. Мы попали? Наша команда это кто? Наша команда это все те люди, которые делали добрые дела в команде Минаева. Вот, которые не просто работали в исполкоме, а которые принимали активное участие, были, рожали вместе с Геннадием Михайловичем все судьбоностные вопросы. То есть среднее место как-то поделилось на тех, кто делал добрые дела, и тех, кто не делал? Нет, я не могу сказать. Но все-таки, знаете, когда человек практически 10 лет был мирским головой, то все-таки все мы, скажем так, не без греха. Не, прежде всего, не без греха, а были удачные проекты, были какие-то негативы. Может быть, не все так слаживалось, потому что не всегда все зависело от него. Поэтому будем продолжать те дела, которые зарекомендовали себя с хорошей стороны. Ну и, конечно, их продолжать. Не дать возможности им за них пасть. Геннадий Михайлович человек, который умеет признавать свои ошибки. Вот. Да, он был неправ. Он объективен сам в себе. Да. По крайней мере, у меня такое. Ну, если человек не анализирует свои ошибки, то он обречен на то, чтобы их повторить. Не, ну можешь своим подчиненным? Вот я могу, например, своим подчиненным сказать, скажи, Настя, да. Вот подтверди, что я не прав. Вот здесь вот виноват. Вот можешь сказать? Что, да, конечно. Ну, вот здесь. Конечно. Ну, попробуй. Конечно. Ну, это уже хорошо. То есть гордыня – это не твое? Нет. Гордыня – один из самых смертных грехов. Это да.
сожалению. Кстати, тот грех, который тяжелее всего разграничить. Где же все-таки самоуверенность, а где гордыня? Вот, переход, да, переход да, и это плавная грань, она настолько тяжела для человека, чтобы ее осознать. Это как эгоизм и эгоцентризм. Эгоизм да, этому, кстати, можно уделить отдельную передачу. Да, 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 да. Слушайте, да. Ну вы говорите, что будете продолжать дело Геннадия Михайловича. Да. При этом у нас, как вы уже заметили, в стране очень сложная ситуация, и Геннадий Михайлович ушел не просто так. Совершенно верно. Собственно, уверены ли вы в том, что кандидатуру мэра поддержат, и не боитесь ли вы люстрации? Потому знаете, что вы все-таки были при власти уже. Да, совершенно верно. Я сейчас отвечу на этот вопрос. Так, я сюда кидаю, да? Да, 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 кидай. Уже закипело. Поэтому... На этот вопрос я бы ответил философски. Вспомните Булгакова и «Мастера и Маргариту». Помним такое. Все кидать? Да. Был такой недостаток, читали. Да. И вспомните тот момент, когда Иешуу привели к Понтию Пилату. Когда Понтий Пилат начал на него кричать, что я над тобой могу сделать все, что угодно, могу четвертовать, могу казнить, могу повесить, так, могу распять. Что ответил ему тогда Иешуа? Иешуа сказал: нет у тебя надо мной воли больше, чем воля, данная тебе надо мной Господом Богом. Поэтому... На все воля Божья. Так, ну, мать Тереза, давай. Спасай раненого. Спасай, да. Будем тренироваться. Осадное положение практически. Ну, хорошо, крови не боишься, потому что спортсмен все-таки. Потому что есть такие и мужчины, которые... Ну, это не мужчины, я считаю, от вида крови уже падают в обморок. Медсестры возьмут. Будем считать, что это будет... Пусть это будет самая большая травма в этот период у вас. Да. Спасибо. На кухне же еще не было травм. Только на татами. Ну да, на татами вот бывали всякие. Теперь и на кухне будет. У нас еще 9. 9 осталось. У нас еще 9. Хватит или все? Все, надо все. Их останется. Их должно быть много, да? Да, тем более это... А мы их жарить будем? Да. Не, мы... А, жарить тоже? Жарить, жарить, да. Вот это мы сейчас высыпать должны в форму. Форму. Нас, давай форму, я сейчас займусь. Сейчас, подождите. Секундочку. Вот она. Давай, поскольку ты у нас пострадавший... Керуешь. На охоте это бы сказали подранок, да? А, ну да, керуешь, а мы работаем. Это нижний слой, да? Да, это нижний слой. Все, значит, да, правильно. Да. Раз уж мы заговорили про люстрацию, как вам вообще последние события в стране? Не было желания собраться куда-нибудь на Западную Украину? Подальше, от границы с Россией. Знаешь. Или наоборот, на передовую. Или наоборот. Ну вот на передовую чаще были такие, такие мысли, чаще посещали голову. А если сказать, чтобы убежать куда-то, ну, у меня на Лучанском кладбище лежит, как-то увлекся этим моментом. 7 поколений лежит, куда же убегать от них? То есть, далеко не убежишь. Самый коренной сумчанин получается, ну, да? Да, у меня еще, значит, прадеда семья работала у Лентваревых. Ничего себе. Ну да. Интересно. Кстати, их было в семье 18 детей. 12 достигло зрелого возраста, 6 мальчиков, 6 девочек. Серьезные показатели. Да, и отцовская, и материнская. Вы пока отстаете. Отстаем. Что-то пока. Но еще все впереди. У вас дочка, да? Да, у меня дочь. Как часто приходится с ей уделять время? Хотелось бы чаще, конечно, как и любому родителю. Часто ловлю себя на мысли, что когда даже с ней играю, то где-то там летаю в облаках. В облаках имеется в виду по рабочим коридорам. Давай, грибочки, мы поможем тебе. Так, подождите, помощники. Давай мы сюда. Сейчас я дам. Тебя примем. Да, а то... Дали женщине 2 килограмма грибов. И да, стоит. Ага. 500 шесадран, кстати. Слушай, ну красиво порезала, я тебе должен сказать. Палец. Конечно. Палец тоже. Кстати, человеку, спросившему, в какое время следует завтракать, Диоген ответил: если ты богат, то когда захочешь, а если беден, то когда сможешь. Как ты заканчивал? На стационаре учился заочно? Академию начинал учиться на стационаре, ну а закончил уже на заочно. Ну, я скажу так, как и в школе, осознавать ту же войну и мир, все такие глобальные произведения литературы и все остальное, их приходится перечитывать. Поэтому стимулировала к самообразованию все-таки работа. Профильные законы, профильное образование –
То есть специально это литература в основном получается, да. И законодательные акты, да? Да, совершенно верно. Вы заметили, Сан Саныч, мы вторую кухню подряд говорим о войне и мире. Да. Только, слава богу, в другом ключе. Не в анекдотах, да? Не-не-не, в другом ключе. Это Игорь Мирошниченко рассказывал, как она тяжело ему давалась. Да. Каже, дуже товста книжка. Та що там всього 3 томи читати? Ну. Читати там хочеться іноді? Читати дуже хочеться. Да? Там, а що читаєш, що любиш? Все-таки, наверное, Дюма непревзойденный ніким. Последнюю художественно читав, перечитував «Собор Парижской Богоматери». Неожиданно. Честно говоря, хотелось вообще отвлечься от этого всего и почитал, да. Нашли на что отвлечься, я хочу сказать. И как я часто... Я как-то его начинал читать, и где-то у меня пропала книга. Уже к самому концу книги подходил. И мне было интересно, что все-таки я считал, что будет конец счастливый. Оказалось, там все-таки цыганка погибла. Рыбочку очень вкусно. Слушайте, если вернуться к работе, если я правильно помню, по-моему, у нас большая была пауза в земельных аукционах, да, и да. Вот вы с Геннадием Михайловичем в прошлом году, в конце прошлого года, да, провели земельный аукцион. Да. Какие-то планы по этому поводу есть дальнейшие? Он тормозился и не мог быть осуществлен без соответствующей законодательной базы. Угу. Мы на ассоциации городов встречаемся очень часто, как минимум 2 раза в год. Все профильные специалисты, там, юристы встречаются там, с юристами, да? Земельщики с земельщиками. Мы отрабатывали около года изменения в земельный кодекс, все, что касаемо аукционов. Это там статья со 134 по 139. Когда мы выработали все изменения, у нас есть и был, и на тот момент представитель в кабинете министров. Вот. Кабинет министров от себя инициировал изменения в закон, Верховная Рада нас поддержала, и после этого мы все-таки смогли отработать первыми, кстати, на всей Украине новую процедуру. И, как известно, продали этот земельный участок на Черепино 4,4 гектара эпицентра. Под эпицентр, да? Да. Мы получили там чуть больше 4 миллионов бюджет. На данный момент на выходе еще... По этому же, значит, земельному участку, рядом с ним, еще 2 гектара. Если все-таки эпицентр выиграет, то это будет торговый комплекс не в 14 тысяч метров квадратных, а в 21. Рядом с ним будет стоять торговый комплекс «Сад и огород». Угу. Ну, есть перспектива в этом году провести аукцион под размещение аквапарка. Это опять-таки Черепино, но только туда давно ближе мы ждем к улице. И аквапарк, и Ледовый, да, дворец. Краснозвезденская. Да, кстати, ждем. А кто будет смотреть за тем, что вот эти тяжелые самосвалы гробят улицу Черепино, которые знаю. Возят... Знаю. Мы с этим вопросом обращались. И что кажут? Непосредственным учредителям. Что они говорят? Они говорят, что они, во-первых, по-честному оплатят по Ивневски. Инфраструктуру города. Это первое. И они не исключают дополнительных инвестиций в наш город. Прежде всего, положить новый асфальт в городе. Просто. Ну, с аукционом, да, как-то вопросов ни у кого не возникало, я думаю, по нему. А вот сейчас по рекламным растяжкам чуть ли не война какая-то. Да. Как-то вы очень категоричны в этом вопросе. Не хотите идти на какие-либо серьезные компромиссы с предпринимателями. Лысенко Александр Николаевич как-то наоборот хочет идти на эти компромиссы. Ну, я вам скажу так. Когда мы последний раз собрались на расширенном, скажем, круглом столе, для меня, конечно, было непонятно, когда Александр Николаевич, ну, может быть, от неопытности, назвал нас 2 сторонами. Сказал, что я хочу выслушать 2 стороны. Ну, как? Я сторона все-таки власти в городе. Я сторона, которая принимала решения. Кстати, вместе с теми же «Батьковщиной» и с тем же Александром Николаевичем, и теперь меня позиционировать как какую-то сторону, не имеющую к нему никакого отношения, ну, я думаю, это не совсем корректно. Поэтому наша точка зрения полностью совпадает с Доремстроем из ГАИ, и мы считаем, что... Убирать надо. Убирать надо обязательно, потому что это может в какой-то момент превратиться в глобальную какую-то катастрофу. Вспомните Харьковскую, да, с этой аварией. И сразу мы сделали кусок дороги на Харьковской, и все это там 300, 400, 500 тысяч для нас было, ну, не серьезно.
по сравнению с тем происшествием, что там случилось. Вот я, как старый пиарщик, да, тебе говорю, Александр Николаевич правильно делает, а ты, если ты собираешься в мэры, неправильно делаешь. Надо нравиться всем. Всем не сможем понравиться. Нет. Да, реалии жизни. Для всех хорошим не будешь. У Анатолия Владимировича Жука я давно понял, и мне говорили, характер такой. Вот да. Там, где надо и прогнуться, и сказать что-то, нет, все равно в лоб ответить. Нет, в лоб. Отвечу, это всегда в лоб. Так. Да, мы это действительно. Сказали, богатый жизненный опыт. И он мне подсказывает, что меня все-таки поддержат наши, не даже скажу так, не мой жизненный опыт. Мы проводили соцопрос. И соцопрос сказал о том, что больше всего раздражает наших горожан. Это хаотичное размещение киосков, и это наша реклама, прежде всего растяжки. Поэтому действуем на благо наших граждан. Сверху шампиньон, и у нас, наверное, уже все-таки макароны готовы, да? Да, макароны вот они стоят, вот уже они давно даже свежие. Так, а нам сыр? Их надо было немножко... Давайте их протрусим. В этом, да? Самом... Кого? Не надо, зачем? Это не те макароны. Протрусим. Угу. Протрусим, да, а потом сюда бросим небольшой кусочек масла. Давай, и немножко сейчас, их как стоп, бы масло. Так, а мы это слоями, да? Именно слоями. Слоями, или... да, именно все, слоями. Все. Да. Красота. Красота. Вкусно. Среди бегущих, да? Первый так, день отстающий. Вообще. А, мы их чуть-чуть про. Да. Все, понял. Насытим их. Маслицем. Маслицем, да. Так. Я знаю, что вы очень любите собак. Сколько у вас сейчас дома питомцев? 3 собаки, 2 кота. Вы знаете, так интересно, как коты эти появились у меня. Давай. Просто приблудные. Так, макарохи. Ставим, значит, сюда поближе, чтобы нам было удобно это все разложить. Так, теперь ложка ваша? Да. Так. Красота. Люблю вообще животных. Животные – это отдушина. А какие породы собак у вас? То есть одна порода? Да, кавказцы. Кавказцы, да? Большие собаки. О, ну это серьезные собаки. Да, большие собаки. А как с дочкой ладят? Ну, всегда. Это сразу... Не, ну я как... Всегда второй вопрос любого человека, который слышит, какой я породы как собак. Я как собственница немецкой овчарки, просто вот, как специалист широкого профиля. Отвечу так. Ребенок может зайти в вольер в любому из них, забрать кусок мяса изо рта, ну, если еще надо, то забрать еще что-нибудь, выйти спокойно и заниматься своими делами. Возмущения не будет никакого. Нет, это в крови у них. Да, это такая порода, особенность такая. Да. Так, теперь мы это все заливаем красиво. Мы достаем, да. Вот это мы сейчас ставим на 20 минут, 180 градусов у нас. Есть. Все, отлично. Аккуратно. Так, аккуратно, чтобы еще не обжегся. Да. Ну и пока у нас есть время, наше блюдо подходит, предлагаю выпить сельского пива. Кстати, не хлебом единым жив человек. Все-таки нужно что-то и выпить. Давайте. Предложение. Живое очень пиво. Интересное. Живое. Тоже будет с нами разговаривать. В зависимости от того, сколько выпить. Это да, тоже. Потому что если пиво не сельское, значит пиво что? Никакое. Не живое. Никакое. И не живое тем более. Вы вообще как к спиртному относитесь? Вот. Бывает по праздничкам? В праздник? Как спортсмена вас спрашиваю. Абсолютно без фанатизма. Да, мы можем там сесть какой-то, выпить бокал шампанского, но не более того. А праздники это что? Новый год, День освобождения Африки. Праздник можно найти, можно. День взятия Бастилии. За наших партнеров. Мы Блифокс, Аспиво и Акватрей. И за мир во всем мире. Да. И за мир. Отлично. Вот действительно, наше пиво вот. Лето идет. Вот хорошо, хорошо. Надо да. Что? Время пить хорошо. Снимать вершки. Да. Была когда-то такая реклама. Была. На заре. О, красиво. Так, теперь давайте я... Что у нас дальше? Сейчас я... Терочку сейчас потерять. Терочку разрешите я. Терочка вам уже противопоказана. Да. Допуска нету, да?
Да, коптерочки нет. Вот. Давайте, отдавайте лук резать. Давайте, сами да, берите. Да. Давай. Команде ЦСКА замена. Но нож тоже очень острый. Я понял. Ну, очень острый. А если вас все-таки определят как кандидата в мэры, то какая у вас будет позиция? Вот все-таки Геннадий Фракция... ходил по дворам, общался с людьми. Очень яркие были мероприятия. У Геннадия Михайловича? Да, ну конечно. Да. Геннадий Михайлович там всегда яркие мероприятия. А вы как собираетесь работать с громадой? То выборы невозможно будет выиграть, если не выйти в люди. И не быть с ними откровенным, искренним и, конечно, в дальнейшем справедливым. Так как справедливость – это все-таки самое главное – благодетель. Ну, таких поэтому в люди мы собираемся. Люди идти. Задают вопросы очень... Самые кадрезные, да? Да, очень острые. Я думаю, что буду готов ответить на любой вопрос. Все-таки опыт и все происходящие процессы, начиная от бюджетного, заканчивая рекламными, земельными, да и всеми остальными. Все, что происходит у нас в горисполкоме, я как минимум компетентен. Ну вы вообще такой дворовой пацан, да, были? Был. Ну вы же не забывайте, я все-таки 10-11 класс заканчивал в спортивном интернате, поэтому... Ага. И кухня тогда давалась, и умел и картошку чистить. Дворовитость в спортивном интернате, да, уходит. Уходит, уходит. Дисциплина. Как раз попал в такое время, когда в интернатах побитые окна были, и кормили плохо. Ну да, поэтому, 90-е годы там... Да, конец 90-х, середина 90-х. Настя, там... давай. В каком случае это красиво. Да. Так. Не горячо, да? Сколько? 5-7 минут, пока сыр расплавится. Если вдруг вы станете кандидатом, да, если вдруг вы станете мэром, зачем вы туда идете и что бы вы такое хотели сделать для этого города? Какие приоритеты? Вы знаете, для меня вопросом номер один остается все-таки вопросы казначейства и то, что мы не можем располагать своим финансовым ресурсом. Вы сейчас говорите о бюджетной реформе. Вы, да, как мэр, не сможете никаким образом на нее влиять, кроме как поехать собраться мэрами городов и что-то о чем-то совершенно поговорить. Верно. Если не будет 25 числа референдума, на котором все-таки, ну и в принципе, все ныне действующие правительства, премьер и выполняющий обязанности, да, президента. И, в принципе, все кандидаты говорят о... децентрализации. Да, да, но это полномочия все-таки Киева. Конечно. Нет, ну, конечно. Но сейчас везде задекларировано то, что они нас все-таки услышат. И есть представители, тот же Гройсман. Вот, ну, это да, одна радость. Одна радость, Гройсман. Совершенно верно. Есть Садовой. Вот. Есть взаимоотношения, у Геннадия Михайловича были взаимоотношения. Я думаю, что мы наладим коммуникацию с ним в том числе, если все-таки, опять-таки, это произойдет. Как минимум то, что я стану кандидатом на эту должность. Значит ли это, что если вы придете к власти и станете мэром города, что ваша команда, которая сейчас вас поддерживает, тоже придет, да, к власти? Конечно, это прежде всего возврат команды Геннадия Михайловича. Опять-таки, повторюсь, продолжение всех его добрых дел. А запах? Тут такой цвет. Сейчас, подождите. А? Настя, сюда. Давайте. Давай, вот. Должно быть довольно-таки неплохо. Зелень вообще. Вот. Зелень дает такой аромат насыщенный. Да, 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 да. Сейчас мы поймем, что вы любите. Сейчас мы все узнаем. Ну, я тоже уже это люблю. Да? Да. Это уже залог успеха. Мне это уже... Ну, смотрится неплохо. Не, смотрится вообще гениально. Не банально. Нет. Я смотрю, как съемочная группа смотрит. Обалденно. Держи. Тут главное себя не обидеть. Не обедает человек, ходит спортом занимается. Давайте покормим. Так я же тоже голодный. Так. Вот, это мужская уже тарелка. О! Так, давай. А? Слушай, ну вид... Ну классно, красиво выглядит. Даже женщинам будет нравиться эстетически. Да. Слушай.
Главное, мне нравится, что... Женщинам тоже будем подходить со стороны желудка, что ли? Ну, а что? Им, в конечно, случае... а что мы? Поскольку женщины всегда любят глазами, смотри, оно на вид красивое. О, вот я себя не обидел, вот это я молодец. Женщины любят ушами, мужчины глазами. Ну, а... Опять я. Девочки. Вот видишь? Да вижу ж. Век живи и учись новому. Ну, пробуй, что приготовил. А да, оно или не оно? Нам интересно просто. Ну как? И? Похоже. Похоже. Интересно. Ясно, что вкуснее готовит. Ну, понятно. Нет, я сегодня сам тренировался. И все равно было вкуснее? Нет, было где-то так же. Очень рекомендую. Ну, для меня единственное, что... Весеннее такое. Да, что нет никаких... Дорогих компонентов нету. Соль, все, перец. Действительно. Все очень просто. Бюджетное, бюджетное блюдо. Бюджетное. Первый экзамен. Ну, я не знаю, на кандидата или на кого. Ну, в крайнем случае, на повара. Значит, когда сегодня будем или в ближайшее время определяться, я могу аргументировать то, что уже умею как минимум готовить, да? 100%. То есть готовить уже умею. И в крайнем случае, если будешь встречаться во дворах с нашими жителями, я думаю, что у тебя не один человек попросит рецепт. Спасибо. А нашим зрителям я напоминаю, що ви були на політичній кухні АТВ, партнер нашої програми «Меблі Фокс», партнер показу, партнери тепер уже показу, а з пиво і «Акватрейд». І в гостях у нас був Анатолій Жук, який є директором міського департаменту містобудування та земельних відносин. Дякую. Спасибо. Вам. І, можливо, в майбутньому кандидатом і мером нашого міста. Залишайтесь з нами. Смачного. Смачного.